Всем привет! Вот я достроил свой дом. Я не читерил. Увидите, у меня камни есть, ну, точнее, булыжник. Вот я тут полный из дерева, полный из камня. Ну, это пока так. Ой, у меня лагат. Вот так лагат. Сейчас. Так. Увидите, тут половины камня нету. Это я выкопал. И тут чуть-чуть крипер взорвал. Помог тебе? Да. И у нас тут два стекла не было. Пришлось... Это, еще другие ставят стекла. Тут Миша, видя факел, наставил. Ну, в общем, я свой дом достроил. Мишу чуть не грохнули. Богу. Ну, вот такой пока он не разобразный, я потом уже все сделаю нормально. Я сейчас так себе сделаю. Слушайте, у меня печки забрали железо, я печки готовил. Я ничего не брал. Кстати, мне надо три железа. Три слитка. Я шесть этих желез нашел. Мне три слитка надо, на топор. Дайте мне, сделайте мне поможет. А где, у меня железо, что взять? Там железо есть. Где? Уже нет. На поноже бы все равно не хватило, там надо 7. Там на поноже. А, на поноже? А, там нет, там хватило бы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ботинки стоят 4, а на поноже 7. Да. На поноже. Ну, ботинки. Егор, вот нафига ты берешь, а? Чужое. Что? Вон 6 железа. А, вот. Тут еще еда. Так-то нам поножи вроде хватает. Хватает? Да. А потом железо. Сделай мне поножи. Ага. Сначала ботинки. Ну давай ботинки. Нам на троих надо 21. 21 слиток нужен. Вот. Что взять? Поножи. Если целый сет на троих, то надо за сколько? Тогда нам поножи одни остались только, и шляпа. 72 железа надо, чтобы сделать на 3 сет. Полный? А нам осталось только шляпы и поножи, и все. Ну так вот, у нас только... Нет, у нас только нагрудник и поножи. Ой, у нас только нагрудник и ботинки. А, да. Да, нам только осталось шляпы и поножи. Шляпы стоят 5, там уже все будет 13, 15, 39, надо еще железо. Короче, до хрена еще надо. А что у нас черный шар делает? У меня вот 3 железа есть. Я, короче, пойду к себе у себя дома эту ферму сделаю. Но мне надо этот. Мотыгу надо. А я из камень. А нет, вот камень у меня есть. Егорыч, ты куда весь этот доски все упер? Нет, я дом все строю. А ты где вообще? Я глянул, почему у меня топор не делается? Правильно, ты делаешь. Да. Ты где, Егор? А я наверху, а. Ты наверху строишься? Да, а я в пещере сижу. Сейчас я выйду. Ты ходишь к своему дому налево. Да, и как ты топор делаешь? Скажи. Смотри, вот ставлю две палки. Да? Да. Вот, беру камень, ставлю сначала три вверху. Три вверху, да, если поставишь, чтобы кирка получается. Да. А надо, чтобы одна вверху, как лопата, делается, и вправо одну, и еще ниже там. Да, ну да. Получается топор. А вон ты, Егорыч. Ты как знаешь, на что похоже? На этот, как сказать-то, на лодку-то это? Ну, лодку, это на лодку не похоже. Как корыто, знаешь, что вот, на корыто похоже. Еще Миха построит, и все. Она долго, наверное, будет строить. Миха, может, и внизу пожить? Я пошлю. Я тебя построю.
Я говорю, построю сейчас, пойду за дерево. Сейчас, так, камней у меня много, очень. Так, факел я себе забираю. Какого фига уголь-то наш? А? А, я сам добываю уголь, я не брал. Сам добываю уголь. Ага, из печек все стырил. Из печки стырил угля, там 15 штук, наверное, и сделал факелов 40. Нет, потом-то я нашел еще. Ну, я так ты потратил уже. Положил печку, да? Ты что хочешь это сказать, да? Да. Я реально клали угол. Ты не положил печку, не верю. Я положил печку, дура. Угу. Она фигурку называется, да? Финюх. Вот, смотри, вот один все угляли. Короче, ладно, всем пока. Да, лагнула.